Всем привет-привет! Сегодня расскажу про левиационную систему очищения кожи лица и тела, а именно Clarisonic Pro. Много слышала отзывов, читала, смотрела видео про Clarisonic, но в основном это были обычные Clarisonic'и, Clarisonic Mia, просто для очищения лица. Нам в Украине выпала такая приятная возможность, теперь можно заказать Clarisonic на украинском сайте. И, конечно же, я себе выбрала сразу самый-самый Clarisonic Pro, который идет для лица и тела. Итак, в чем же фишка этого аппарата для очищения кожи? Это прежде всего ультразвук, то есть такие воздействия на кожу, плюс вот эти вращения насадочек-щеточек, за счет чего происходит очень хорошее отшелушивание, очищение кожи, лица и тела. У меня в наборе шли две насадочки. Одна насадочка более жесткая, это для тела, вторая для очистки пор. Я просила у менеджера, чтобы мне заменили на глубокую очистку пор, потому что в наборе шла для ежедневного применения. Хотя Clarisonic я использую каждый день через день. И действительно, лицо у меня стало намного чище. Как же я провожу очистку? В наборе шли два таких средства, один гель для лица, другой скраб для тела. Гель для лица у меня уже почти закончился, то есть за месяц использования, где-то может еще на месяц затяну. Я наношу гель на влажную кожу лица, включаю мой Clarisonic и произвожу очистку. Включается следующим образом, здесь кнопочка включается, если буду гудеть. Вращение идет щеточек и переключение различных режимов, какие вы хотите. Вот переключение и вращение. И сзади у нас степень зарядки. Здесь показывается, насколько он у нас заряжен. Зарядила первый раз я на ночь, и потом хватает мне зарядки где-то на неделю, если даже не больше. И вот такое вот зарядное устройство. Мы вкладываем наш Clarisonic, он пиликает и заряжается. И здесь показывается у нас зарядка. То есть замечательное средство, очень классно. Я еще, кстати, думала, здесь никаких нет ни контактов, ничего, как он может заряжаться, непонятно. Кстати, этот аппарат Clarisonic американский, то есть это никакой не Китай, ничего с ним не произойдет. Было у меня наподобие средства, такой аппаратик от Oriflame, но, конечно, он и с этим и рядом не стоял, потому что этот намного лучше. Что я могу сказать об эффекте после использования Clarisonic? Прежде всего, как вы нанесли гель, произвели очистку круговыми движениями по массажным линиям, после смывания кожа какая-то мягкая и бархатистая. То есть вы прикасаетесь к коже и чувствуется, что она какая-то отполированная, более очищенная. Также высыпаний становится намного-намного меньше, подкожных высыпаний, комедонов тоже меньше, черных точек намного меньше. То есть замечательное средство, которое подойдет для проблемной комбинированной кожи, склонной к высыпаниям, то есть идеальное. Конечно, для сухой кожи нужно выбирать соответствующую насадку, более нежную. У меня насадка не такая нежная, своему мужу я даже использовала для лица вот эту вот насадку, более жесткую, которая идет для тела. Также у меня здесь такая была брошюрка вложена на русском языке, где написано, что Clarisonic заботится о твоем внешнем виде и здоровье твоей кожи. Нежно очищает кожу лица и тела, имеет отдельные кнопки для управления скоростью и мощностью, удаляет в два раза больше жира, грязи с лица, чем чистка руками, очищает и уменьшает размер пор. Действительно, уменьшает размер пор, это я заметила на своем лице. Я думаю, что у людей с расширенными порами на лице мы не можем производить так тщательную очистку, как данный аппарат. Поэтому у нас происходит забитие пор, загрязнение, вследствие чего идут воспаления, подкожные высыпания по всему лицу. А с данным препаратом, то есть очищение идет более глубокое, более тщательное, за счет чего личико становится намного чище и приятно к нему прикасаться. Просто такое ощущение очень-очень приятное, классно. Даже ни один ни скраб, ни пилинг не давал такого эффекта, как Clarisonic. Замечательно. Даже написано, что разглаживает мелкие морщинки. Насчет мелких морщинок я пока сказать ничего не могу, но это мой must-have, без которого даже не представляю. Сейчас мне предстоит поездка, и я планирую вот это вот средство, даже думала, что мне взять с собой, и вот этот Clarisonic действительно без всякого был на первом месте. Цена, конечно же, по-моему, 1800. Цена, конечно, очень высокая, поэтому прежде всего нужно 10 раз подумать, нужен ли Clarisonic или не нужен вам.
Ну вот реально классная штука. Ну просто я в бешеном восторге, вот действительно, потому что кожа моя стала реально чище, поры не так забиваются. И я не могу теперь не использовать свои термоядерные мази для очистки пор. Вот это вот средство плюс гель для умывания, очищаем кожу. Если у меня где-то какие-то высыпания, я наношу свой метрогил на ночь, и все, моя кожа идеально чистая, замечательная, гладкая, подтянутая. То есть, вау. Вот он мой Clarisonic Pro в полном составе. Все, что было в коробочке моей Clarisonic Pro. Clarisonic Pro отличается от других серий тем, что здесь идут две насадки. То есть, одна насадочка для тела и одна насадочка для очистки пор. То есть, для лица. Face and Body. Поэтому он самый дорогой по стоимости. И вот поближе сама насадочка и сам Clarisonic. Вот такой вот он замечательный, красивый, голубой. Здесь сама насадочка для лица идет, и здесь идет крышечка, закрывается, и вот он включается. Сейчас открою, покажу вам. Кнопочка. Вот он начинает вертеться, и здесь переключаем мы наши режимы. Видите, по-разному обворачиваются наши насадочки. И сзади показывается зарядка, степень зарядки. Сейчас у меня два деления, если полное 4. Я оставляю на всю ночь мой кларисоник, он заряжается и потом работает где-то неделю. Насадка это идет для тела, вернее такое крепление, куда мы помещаем наш кларисоник и массажируем наше тело. И сама насадочка для тела, вот она, вот насадочка, она идет более жесткая. В дополнение в наборе Clarisonic Pro шли два такие средства. Одно для кожи лица, очищающий гель. И второй это пилинг, скраб для тела. Сам гель для лица имеет прозрачную текстуру. Я им пользуюсь уже месяц. Он такой голубо-прозрачный, очень хорошо распределяется по коже. Кожа с ним более мягкая, очищенная. И скраб на мягкий такой, на кремовой основе, чем-то напоминающий сахарный скраб. Замечательно отшелушивает, очищает кожу тела. Классно. Мне даже кажется, что подойдет для кожи лица. Замечательный продукт. Всем спасибо за внимание. Я думаю, вам было интересно. Всем пока!